Я был задержан по подозрению за угон квадроцикла, который принадлежит автошколе. Короче, содеянным раскаиваюсь. Но по вине я в тот момент был заверен, как бы так сказать, что на нем можно прокатиться. Я был введен в заблуждение и думал, что на нем можно прокатиться. Ну, свою вину признаю частично. Своими напарниками. Зимой ночью распивали спиртные напитки, потом вышли на улицу покурить. У нас в операторской были ключи от квадроцикла школы Вектора, который стоял возле торгового центра. Моему знакомому пришло в голову покататься на нем. Мы на нем покатались по городу. Вот. Потом, получается, да, его бросил в болт районе, когда должен был возвратить на место.